Вебка еще отключилась, но бог с ним. Ну, теперь ты из-за меня, да. Вебка отключилась, но уже после следующего утра буду разбираться с ней. Не. Парашка отпущения. Алена здесь. Почему-то печенька здесь. Ну ладно. Ну, Тендуин начал хотя бы потихоньку пробивать. А то до этого боссы вообще ничего не делали. Колени.
пробивает, конечно, капец. Забудьте меня! Держись, Андуин! Мы тебя не подведем! Потом мы дошли почти до перехода. Ты отводишь других все свое существование. В Андорале ты подвел своего. Видимо, не хочет чему-то. Вебка сломалась, походу. Все починила. Надо, походу, прожимки оставлять не на комнату, а на этот. Хочешь удивиться? Удивиться. Я не вижу разницы. Удиваться. Что? Ладно. Удиваться. Но я прочитала удивиться. И что? Что? Забавно. У меня очень-очень много товаров. Кошка. Так, решила кошку накормить, чтобы она не мявкала весь трой. А то она может. Чеснока сейчас самая крутая прожимка. Раньше не зубы был. Ладно.
5, 4, 3, 2, 1. Вашей реальности пришел конец! Вас будет легко сломить! Тьма поглотит свет! А, не успела. Не успела. Один зашел только внутрь. Ё-моё, что ж так пробивает-то? Ура, мы дошли до переходки. Меня! Держись, Андуин! Мы тебя не подведем! Жалкий старик! Ты подводишь других все свое существование! Вандарале, ты подвел своего принца и все королевство! Сегодня ты подведешь не только юного короля, но и весь мир! Не забирает, у меня уже 300.
Чё это? А, ну ясно, упал, забрал. Ну ладно. Все умерли, короче. Контроль. Прогулялся. Ну так вроде выжил. Я даже не знаю, когда больше пробивала, я что-то запуталась, ну ладно. Да не я, Рейд убила, я тебя так уже кормила, кошка. Я тебе засуну когти в платье. Уж вообще. Иди. Вообще офигела. Я не убивала Рейд. Там вышел кто-то из контроля. Тьма поглотит свет на колени. Поэтому был вайп. Не бывает. А вот теперь я Рейд. Что-то резнулась и загрела босса. Странно, ну ладно. На этот... Хотя... Алена не виновата я. Сейчас я еще раз, да, сагрю? Нет, слабо. Что ты хочешь, котика? Котика. Сидит, гипнотизирует. Я танк, и я учусь. Фу. Ты что, не ремонтировался сначала этого инста? А еще нельзя спиной бегать к этому аду, который в комнате. Надо боком бежать.
Не спиной, а жепкой. Что жепка маленькая, не попадешь. Ладно, кошка, давай. Так що готовся, що голду. Эх, я думала, мы всех сегодня убьем. Ну, наверное, мне надо было в ДД идти, не в танки. Хотя вайпы вроде не за меня, так что... Наверное. Половина так точно. Сотку. А ты на ком? Как твой ник в игре? Фласки опять кончились. Я брала где-то халявно. О. Все, вроде все намазала. А, вот что я забываю. Я накладку не начарила себе. Вот. Сейчас это у меня выносливость. Это как увеличится. Аж на 32. И никто меня не пробьет. Тридцать два ка, ничего себе. При том-то ДПС оно еще дофигища. У меня целая отдельная пати с танком. Five, four, three, two, one. Вашей реальности пришел конец. Вас будет легко сломить. А чё это он ушел? Он что, перетаунтил, что ли? Дима. Ой, нехороший человек. Нафига было его передвигать? Большое дело. Thank you.
здесь. Забери, не забери. Тьма поглотит свет. Ваш час настал. Вас будет легко на колени. А что он его вертит? На чёрт он его вертит? Ой. Зачем? Почему? Забудьте меня! Держись, Андуин. Мы тебя не подведем. Жалкий старик. Ты подводишь других все свое существование. Кондорали. Ты подвел своего принца и все королевство. Сегодня ты подведешь не только юного короля, но и весь мир. Ваш час настал! Вас будет легко сломить! Вас будет легко сломить! Тьма поглотит свет! Ваш час настал! Блин. Королевский скот жаждет крови. Ваш час настал. Тьма поглотит свет. Вас будет легко сломить. Ваш час настал. А чё он его ворочает?
моя душа ускользает! Сорви его оковы, Андуин! Найди в себе силу! Опа. Что ты знаешь о силе? Ясно. Предательница. Я сразу получила. Ты не смогла защитить свой народ, когда ледяная скорбь пожрала твою душу. Ты слаба, ветрокрылая, а слабые созданы, чтобы служить. Где Дипс? Чего не успели перевести? Андуин, не знаю, ну прилично. Раз. Пал опять выпендривается, не хочет к мобам вести. Там его пройдем. Но когда ДПСа хватит? Я так поняла, мы вторую эту фазу скипаем, типа, ДПСом. Вот, и нам не хватило 4%. И получается, за счет того, что мы не заходили в комнаты, не убивали мобов, нас лич шотнул просто. Или Андуин. Кто-то из них, короче. Не хватило дипса. Вот, а так я думаю, если бы по тактике делали, возможно, би убили, а может бы и нет. Конечно, тут разница в дипсах. Да. Придется, блин, делать по тактике. Ладно. Я в комнате хотела просто бегать, как бешеная. Убегать от моба. Друга Грумелей, у меня есть множество товаров. Что мне, значит, не надо, надо что-то нажать, прожать, стать возле моба, успеть выйти из лужи и успеть сагрить второго моба. Ну, V-Rising интересно. Что-то там уже настроил. Не, нас урона типа перебор. Перебор для обычки, поэтому они решили одну фазу скинуть. Вот. Поэтому нам его не хватило. Вашей реальности пришел конец. Вас будет легко сломить. Тьма поглотит свет. Легко сломить. Королевский скот жаждет крови.
Я подвела, вот почти. Век. Да ладно. Ну, вроде я все сделала, что от меня хотели. Обкекалась с прожимками, ну ладно. Перенапрожимала. Чего не летают как-то по-странному, ну ладно. Мне уже. Ваш час настал. Вас будет легко сломить. Погорись. Не бывает. Опять куча народу поумирала. Держись, Андуин. Мы тебя не подведем. Жалкий старик. Ты подводишь других все свое существование. Вандараль, ты подвел своего принца и все королевство. Сегодня ты подведешь не только юного короля, но и весь мир. Ваш час настал. Покорись. Вас будет легко сломить. Тьма поглотит свет. Ваш час настал. Кошмарные тени, я призываю вас. Вас будет легко сломить.
опять вайп. Ну, бонусы все равно. А ты их на что-то обычно тратишь, эти бонусы? Водить к мобам или не водить? Вот в чем вопрос. Понятно. Привет. Где тут рейды вайпы? У меня уже давно не было бонусов на телефоне. Не нашел. Какой рейд этим левел, что вы нормально сидите больше 4 часов? Ну, я не знаю, но там много вагончиков было с гильдии. Потом добирали богов. Вот. Потом пришли из гильдии ДПСеры. Вот. Тревога, это да. Уже вторая, кстати, за стрим. Так я хз, какой там левел. Мне не пишется, надо какой-то аддон ставить. Я только вижу, какой ключ у них закрыт. Третья уже. Ну, у нас тоже тревога. Сейчас. На мне в уши гудит. И за окном. Ну да, у нас еще есть эта дополнительная тревога. Типа этот сделали. Ну, вроде сейчас не она. Вашей реальности пришел конец. Вас будет легко сломить. Тьма поглоти свет. У меня опять он желтый. Какая-то странная тема, ну ладно. Берегитесь.
В этот раз получше вроде получилось. Мы убьем и... Забудьте меня! Ик. Держись, Андуин! Мы тебя не подведем! Жалкий старик! Ты подводишь других все свое существование! Вандераль, ты подвел своего принца и все королевство! Сегодня... Ты подведешь не только юного короля. Уже два стака. Ну ладно, я выжил. Ну все, теперь надо, по идее, стоять и бить босса. Вроде сказали, что не бьем. Ну все, вот и перевели, почти 3% осталось. Это разогнался конкретно по ДПСу.
Кажись, добили. 4%. Ваш час настал. На колени. Ура! Ура! Шо мультик? Ты шо мультик не видишь? Разве вы не понимаете? Эта душа принадлежит мне. Арники Луна. Короче, сейчас выйдет осколок Лича, и все такие, о боже мой, это все, что осталось от Лича, и конец, в общем. Я просто танк, мне надо быть впереди планеты всей. Заряженной магией господства. Они подчинят любого, вот я оттанчила, даже никого не вайпнул. Должен быть какой-то выход. Ригелона. Ригелона. Противостоять его силе. Ну конечно. Теоретически. Мы ведь не успели все проверить. Да ты уже видел тут точно. А тут паладин будет опять без меня танчить, это ж непорядок. Забыл, но я тебе и рассказала вкратце. Лич такой остался маленьким светлячком, и все таки, о боже мой. Вот это он был. О, спасибо за фоллоу. Свайт. Ну, в общем, как бы все. Все, что там было в том ролике. Это то, как они... Такие, о боже мой, это Лич. А я его всю жизнь преследовала и после смерти. Я все рассказала, лучше, чем в ролике. Куда дальше? Туда. Вот на Андуине двоечку надо было частенько нажимать. В отличие от предыдущих боссов. По-моему. Там хорошо прилетало. Вот. А на этом боссе я тоже хочу что делать. Как и на всех предыдущих. Я думаю, тут тоже танку надо свою дырочку искать. Сокоть там что-то надо. Да понятно, что танчить. Вот на предыдущем боссе было классно, что Пал практически не срывал агру. Вот практически. Потому что если бы он срывал, он бы это получил урона много. Тут-то он не рвался. А как на этом боссе, я не знаю. В общем, я натанчилась на Андуине. Вот так. В бою нужно не только мастерски владеть оружием. Дух искусного бойца тоже должен быть силен. Я покажу вам, почему это важно. Наш препод по этой по охране труда. У него была вот такая палка широкая. Я говорил, на зачет приносите с собой ведро вазелина. Такой грубый бандал! Но благо, и были готовы к зачету.
Видимо, испугались. Извините. Так что палка не пригодилась. Блин, по-моему, еще ни одного босса не было, чтоб танком не надо было меняться. Вот два стака. Благо, ДБМ все пишет вроде. На 4. Вы погибаете во всех. Однажды учитель сказал мне, нельзя узнать кого-то по-настоящему, пока не вступишь с ним в поединок. Реальности замыкаются друг на друга. Сколько у него там стаков? А, ничего не показывается. Что он уходит? Уходит. Короче, эти стаки ДБМ что-то не пишет. Ну вот, у меня два стака. О, опять этот звук. Это необходимо. Нет такого мира, где вы можете спрятаться. А куда он пошел? Ромбик здесь. А тут нету даже сферкста в обычке. Ну вот два стака. Берегитесь. У меня спало, наверное, можно забирать. Шо, гро сорвал? Че шо? Ну ладно. Космический коллапс неизбежен. Ну, хилься, Алена. Жизнь надо уничтожить. Мироздание будет упорядочено. А где квадратик? Снова. Ладно, пускай ведет сам. А вон он там где-то.
Держитесь. Тут даже это стаки не успевают назабираться до двух. Если по одному даже стаку меняться, то успевает она спасть. Наверное, поэтому ДБМ ничего не говорит. У меня уже 300, а чё он не забирает? Ну ладно, 300, я тоже выживаю. Космический коллапс неизбежен. А чё, он упал, что ли? А где танк? Чё-то кто-то как будто упал. Ну ладно. Где танк? Да, танк упал, мне не показалось. И что делать? Прожиматься, походу. Жесть какая. Да выпендривался. А, где же стать? Я властен над всеми. Здесь они добьют. Блин, 3 стака. Сколько? А на стаке спали, кстати. Теперь никто не может сказать, что его свайпнул. Пал такой, смотрю, улетел. Забрал мою, эту, как ее, мою фишку, падать в обрыв. Мне кажется, надо второго босса убить сначала. Под крыльями улетел. Я не знаю, почему он улетел, но он улетел. Вот реально в обычке Андуин намного сложнее. Тюремщик через босс. Вот еще один босс с этими Among Us, и потом тюремщик. Тюремщикам будет сложнее, потому что там... Хотя, может, танку не надо прыгать в дырки, но там можно улететь. Блин, если Пал улетел раньше меня, это значит, мы оба улетим на тюремщике. Это будет весело. А чё он не урона? Урона так мало по нему. Ещё супер медленно. Он отхиливается. А чё он отхиливается? Улетел. Били. Он улетел. Это, наверное, босс чешу. Ну да, вот опять. Ну да, это босс и Кинтес. Вот. Ура!
ужас овладеет вами. Это огурца вроде бы три стало, но их все равно одновременно юзать нельзя. Огурцы они такие. С КД. Тут два босса нам хватит. Наверное. С танком не подраться. Но это не точно. Да что со мной сделали? О, мне сделали трансмут. Я теперь Аркиня. Или Тролиха. У орков есть зубы? Ой, клыки точнее. Блин, не помню. По-моему, есть. Будем считать, что я зеленая Аркиня. Непонятно. По красным стакам Малганиуса меняемся. По красным стакам Малганиуса меняемся. Они кливые, так что друг друга не направляем. А Малганиус кливнул. Ми-ми-ми. Ок. Намешу красные стаки. Это клив. Я так понимаю, мне жінка. Все танковские удары это клиф. Блин, ничего не понятно, как он объяснил. Ладно, плевать, пускай агрит. Мне мужичка таки достался, мужичок. Пусть страх думает за вас. Предположим, что вот это клиф. И сейчас надо будет меняться. Ой, переводить его точнее. Жалкие смертные. 4, 3, 2, 1.
ужас! Берегитесь. Покоритесь мраку! Ой. Берегитесь. Больше не дышишь. Ничтожь. Хватка. Ужас. 3, 2, 1. Берегитесь. Ничтожество. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны. Берегитесь. Жалкие смертные. Тьма. Как ужас. Все. Ничтожество. Я черед, короче, не понимаю, когда он меняется. Что за дебаф? Скрытые вены. Может... Больше не дышишь. Предсказуемый конец. Возвращайтесь. А можно сказать, как называется стак, при котором меняться надо? Я что-то вообще не поняла. А чё, я опять... Кинтесса, Малганиса. Неудобно, конечно, без этого Омена, но буду смотреть. Они вроде в разные стороны смотрят. Должны. Я могла вас убить только тем, что в лужу попала, но я вроде от нее убегала. Не уверена, попала я в нее или нет. Спасибо за фоллоу, Серега 37 тренер. Да. Красный дебаф. Ну, это что-то я видела, вот. Что он там писал? Там у меня миллион ошибок, ничего не прочитать. Ладно. Ну, буду, значит, смотреть, когда он сагрил эту Кинтессу, точнее, когда он сагрил у меня Малганиса. Вот. Агрить у него Кинтессу. И смотреть на этот стак. Красный. О, видбит тревоги. Блин, телефон садится. Осталось 8%. Ну да, потому что я этот трай вообще у него не собирала. Кинтесса только будет конец. Не слакать. Хорошо. Хорошо, тренер, не буду. Так. Не, ну мне как бы написали, что делать, но ничего не поняла, поэтому. Сейчас будет лучше. Вот, и вообще он сагрил двоих, и этот Малганис бросил, на рейд пошел.
Ты чё палишь, а вдруг орки нападут? Ты-то по фоткам вычислил, Тишу. Ну, блин, на советскую ж попали. Она не так далеко. Ой, как там соборно. Рыбачит. Блин, реально уже это 3 часа. Или 4. Не помню, 4. Да, я ж... 2 своих выпила и 2 этих гильдейских, так что 4. Зато обучение, конечно, на максимум. 5, 4, 3, 2, 1. Я предам вас забвению! Берегитесь. Что он сказал? Ну вот, на мне стак вроде красненький. А мне надо кинтессу собрать. Ой, зря я притяжку юзнул. Ой-ой-ой. Тут пробило конкретно, конечно. Вроде я поняла, что за красные капли. Только непонятно, когда Малганиса забирает. Хватка ужаса! Берегитесь! Покоритесь мраку! Я во сне. Манганиса. Ничтожество. Никому не так, но я не вижу. Где импостеры? Сбила. Все, я отъехала. А, и танк отъехал. Пробивает жестко. Че, как прогресс? Мы убили Андуина и этого Ригелона. Вот. На этом боссе я что-то туплю конкретно. Когда меняется. В Гере. Нормал. Я бы Геру не пошла танчить.
чтобы мы до завтра сидели на первом боссе. В Ере у нас тоже Андуин, но без Ригелона. Вот. Такой прогресс. Ну, короче, когда на меня вешается этот красный дебаф, танк второй не говорит забирать. Зато когда у меня нет дебафа... Точнее... Я запуталась, ладно, все. С пула бери Мал'Ганиса. Ок. Да, кстати, танку проще всего в этом плане. Нет гонки ДПС. Ты скажи это людям, которые смотрят мой стрим. И танкам, которые со мной танчат. Я еле уговорила, чтобы мне этого дали попробовать потанчить. Зато сейчас мне Мал'Ганиса дают танчить с пула. Что за мах? Мах. Из первого статика. Такой вот. У него лего в шее, прикольно. Честно, я только не слышу, когда он говорит этот забирать. Нифига не слышно. Остальные люди намного громче говорят. Сделала громче, надеюсь, у меня уши не отвалит. Или это ты мах на первом месте? Может, это так завуалировано? 5, 4, 3, 2, 1. От смерти не убежишь. Берегитесь. Да на чё ты уходишь? Блин, вот опять. Хватка! Жалкие смерти! Берегитесь! 3, 2, 1. Больше не дышишь! 1. Падите во тьму! Чё танка сложила? Чё-то, видимо, мы это опять чё-то не так сделали. Поиграем еще. Я уже мертвая. Предсказуемый конец. А, ну да, тут бежать далеко, конечно. Надо, ну можно тактику почитать. Может, станет понятнее, если я сама почитаю. Потому что мне кажется, мы из-за этого вайпаемся, потому что я не поняла нифига.
Так, надо выбрать властители ужаса. Танк. Это необычно мне. Весь рейд. Вот, танковская способность. Накидывая стакающийся дот на танка. Танки меняются после каждого применения. Вот она, фиолетовая. А не красная. А у тебя есть где поремонтироваться? Удар страданий мне надо. Меняться. 5, 4, 3, 2, 1. Как весело! Новые игрушки! Берегитесь. Хватка ужаса. КД там. А, не сработало. Блин. А у меня были только вопросы появились к танку, более-менее понятны. Ну ладно. Ну, в общем, мы убили 9 боссов, получается. А ставка была только на 7 боссов. Так что мы перевыполнили ожидания. Вот это поворот. Так, как раз телефон почти сел. Ну да, в принципе, уже честно, ночи, боже мой. Это самая длинная речь, что я была на офе. Обычно до 11 и все. Как бы. Зато хорошо повайпались.
Блин, мне что-то Андуина нравится, что на ДДШ, на танке. Так какая-то... Наверное, потому что он на Лича похож, поэтому... Ну да ладно. Говорят, завтра, может быть, будет допронос. Ну не знаю, я, короче, если будет допронос, то я включу стрим, а если нет, то завтра выходной. Вот. Уже в понедельник там РТ и все дела. Поэтому... Поэтому сейчас я куда-нибудь рейд на 250 барашков и всем спать. Вот, так что всем спасибо, что пришли. Всем тихой ночи, скучной. Вот. Всем спокойной ночи. Спасибо за фоллоу, спасибо за просмотры. Если забыли зафоллоуиться, фолловьтесь. Вот, если что, там анонсы есть в Дискорде и в Телеграме. Туда тоже можно зафоллоуиться. Всем спокойной ночи. Хорошо, Ален, спасибо. Ну, БР не откатывается, так же, скорее всего, СС подвержен таким же. Гера откатывается. Ну, Гера, да, Иннер у меня тоже откатывается, а вот БР не откатывается. Просто, ну, смысл орать? Ну, что изменится? Люди умнее, что ли, станут? Привет, Ален. Умнее не станут. Чё ещё? Да всё. Что-то мы засиделись, а, конечно, в обычке.